Вот это, например, свежая лава. Это лава с вулкана Толбачик, извержение 12-13 года. Извержение Толбачика 9 месяцев длилось. Я его отработал все за свой счет, ну, за счет своей зарплаты. То есть сбрасывались, арендовали вертолет, забрасывались на вулкан, работали там. Ну, все приборы, вот фото, видео, камеры, все за личные деньги куплено, потому что институтских денег нет. Изучение вулканической деятельности важно для того, чтобы понять, как это влияет на климат в целом. С точки зрения мировых стандартов обсерватории, она немного устаревшая. Мы не можем, например, мировому сообществу предоставить подробные данные. Здесь нужно туризм развивать. Здесь такая красота, просто вот посмотрите. Вот, за деревом, смотрите. Мы как бы не проводим, потому что у нас нет условий. А так вот ребята, кто побогаче, они принимают клиентов. Медвежья охота, она ценится очень. И зарабатывают на этом неплохие деньги.